Друзья, сегодня поделюсь, как отстирать кухонное полотенце без усилий. Один из самых лучших способов. Есть у меня вот такое кухонное полотенце. Приступаем. Кипятим чайник, насыпаем волшебный порошок, заливаем кипятком, оставляем на полчаса. Полчаса прошло, полоскаем под проточной водой, получаем идеальный результат. Чистое, красивое полотенце без малейших усилий. А средство называется Персоль. Берите на заметку и не забудьте поделиться этим видео. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.